Hello, ты на канале Monarch Play, и мы продолжаем прохождение третьей части GTA Definitive Edition. И поехали, короче. Так, у нас тут задание снова нашего подставного копа. Подожди, на ту мышку хватану. На мушке. Ну, видимо, мы опять не того разрудня. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head, and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank. And they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. О, да ладно, ничего себе, уже последнее все с ним. Время. Ну, садай. Садайся в мою разваленную машину. Да-да-да. Ожидаемо, что все будут меня стрелять. Блин, ну хоть я еще не врезался никого. На самом деле, надо бы, блин, поменять тачку, потому что это подбитая. Но я не вижу, на что поменять. Вот это то, что проезжали, фигня. Не удивляюсь, что за нами никто не охотится, в общем дело. Или охотится, но мы успеваем так уезжать, что я не вижу. Только не под... Перестраивайтесь под меня, пожалуйста, сударь. И вот про это я говорю. Обязательно, но не сегодня. Да дайте его проехать-то. Так, все, отлично. Мы типа большую часть почти проехали. Нет смысла тут сильно газовать. Знаешь, такое ощущение, короче, я достал такую штуку еще, называлась она Тетрис. Там надо было ездить на гоночках. И очень аккуратно причем ездить. Так, тихо, никаких этих. Ну смотри, у нас еще минута осталась. Ну все, отлично, смотри, с этим мы справились. То есть все, наконец-то мистер Р больше не будет в нашей жизни. Только тачку надо поменять, потому что мы на это просто надоедем. Да зачем нам палиться ездить на одной тачке? Ты знаешь, что мы везли этого на той тачке, а на это никто не знает, что мы едем. Или нас все равно везде ждут? Но кто-то нас ждал. Плохо, но ждал. Нет, я должен успеть. Кажется, успел. Это было прикольно, мне понравилось. Так, здесь я рисковать не буду, потому что можно рисковать, когда ты едешь на миссию. А когда ты просто едешь, лучше не рисковать во время миссии. Никому ты ничего не докажешь, что... Нет, замечательно. У нас здесь слишком много. Подожди, это тот самый, получается, неубиваемый патриот, который типа бессмертный.
Но он именно что пули непробиваемый, не то что бессмертный. А может и бессмертный, я не помню, надо его засейвить. На задание... Я понял, в чем вся суть. Короче, рассказываю историю. Я однажды проходил, получается, GTA 3. Проходил еще до Definitive Edition. Еще на старом канале, ну как на старом, на втором канале, на AAA, когда мы еще снимали там типа все вместе с братьями. Вот, и короче это... И запара была вся в том, что я очень просто всю ее прошел, кроме одного момента. Я не смог пройти, короче, последнее задание. Я такой все думал, была бы машина, которая пуля непробиваемая, и эту штуку можно было бы пройти просто вообще в один щелчок, последнее задание. Но я думал, где можно достать пулю непробиваемую тачку. И реально ни разу, ну типа я пытался, там наверное серии 2, как я пытаюсь пройти, можно, кстати, зайти на канале посмотреть, там по-любому эта серия есть. Там, короче, получается, серии, наверное, 3 или сколько, или 4, как я пытаюсь пройти последний меч. И никак вообще, просто никак. Ну ни в какую. Я доезжаю, и там просто получается, если на пуле непробиваемой тачки, то ты спокойно проезжаешь, всех расстреливаешь с тачки, не вылазит. И ты пройдешь задание. А без тачки, типа, там пройти нереально. И еще нереально пройти, потому что сейчас у Definitive Edition прицел нормальный. Ну, то есть вот это вот, то, что можно вот так вот целиться. А короче, у старой версии было так, то что ты не мог так вот целиться, он типа сам целился. То есть ты такой стреляешь и все, вот, и даже так он не целился, короче. Вот, то есть не прицелиться заранее нормально, с кемпы с всех не снять, ни бронированной тачки. Походу теперь мы пройдем просто последнее здание. Я не удивлюсь, если последнее здание пройду с первого раза. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. Если она бьет его все то время, пока мы находимся на заданиях, то это, конечно, угарно. Так, через 8 минут там что-то он объявит тревогу, и начнется, видимо, глобальный переполох, я так понимаю, да? Для многих заданий, кстати, не помешало. Ну, любое задание, которое можно пройти на тачке, и в котором, типа, нам не надо будет запариваться. Так, стой, у нас есть, по-моему, вот эта штука. Один из 9. Окей, поехали. А, надо их все найти? А как я должен их найти? Я же их не вижу ни хрена. А, он показывает все-таки следующий. Я боялся, что он не покажет мне следующий. Где ты там стоишь? Не вовремя. Так, где следующий? Где следующий? Я точно знаю, что один, короче, есть в самом конце, если вперед ехать. Ну, в ту сторону, короче. Ладно, быстро поедем по этой части. Если что, поедем обратно. Просто тут еще знать надо, какие, типа, где, как кого. Да ну, если я сбрасываю, значит, скорее всего, я занят. Ладно, короче, подожди, сейчас я быстро отвечу, то, что я, типа, занят и, ну, не типа, а занят.
А, я снова тут видел телефон прозрачный. Знаешь почему? Потому что чехол у него зеленый. Так, ладно, в этой части города их нет. Два. А нам надо успеть 9. И у нас 6 минут. Ну ладно, попробуем. Ну конечно, конечно, прям под меня. Почему бы и нет-то? Да. Может вы погуляете еще там по городу, постреляете сами собой. А, вот в чем вопрос. А не находится ли... Ну блин, скей. Не находится ли один из них в следующем городе? Вот в чем вопрос. Так, два здесь. Все, вижу. А почему ты не подсвечиваешь мне их заранее? Или на карте они подсвечены все? Теперь я не вижу, например. Нет, они подсвечиваются не сразу. Ну понятно, короче, походу мы этот раз задание будем ехать второй раз выполнять, потому что типа я просто не могу за раз всех увидеть. Ну типа я, видишь, замечаю только два. Ну точнее те, которые ближе всего стоят, а дальше я ничего не вижу. 4, отлично, а где мне остальные искать? Они во всех городах. Короче, они во всех городах. Все ясно, все понятно, я вспомнил эту штуку. Они находятся сразу... Короче, да, они находятся во всех городах. По-моему, в первом тоже есть. Вот, видишь, нас толком там так, в Портмане. И что, да, они, короче, вот они здесь. Какое-то количество. И какое-то количество, короче, сейчас будет там, в другом городе. Да, блинский, можно я хотя бы проеду до города-то? Я не знаю, я попробую сейчас, конечно, успеть, но это сильно маловероятно, что мы успеем в оба города сразу. Что-то я помню, что там какая-то хитрая схема по прохождению, что я ехал сначала сразу в первый город, потому что очень близко находится. Или нет, не помню. Мы, конечно, попробуем, но я говорю то, что я не исключаю, что мы просто не успеем. Потому что, видишь, ты заранее не знаешь, где они, если не проходил. Из-за этого предположить, куда типа ехать дальше, очень сложно. А они типа где угодно могут быть, я так понимаю. Единственное, что я могу полезного сейчас сделать, это быстро пошерстить все окрестности. Чтобы понять, куда мне не стоит ехать, во что я. Ну, вот этого, конечно, я не мог ожидать. А это очень не кстати. С медленной машиной мы будем очень медленно ехать и выполнять это дело. Ну ладно, если что, начнем заново, ничего страшного. Не вижу в этом деле. Так, да, один здесь. Просто надо помнить, сколько их где вообще находится. Так, быстро гранатомет. До свидания. Или я ехал наоборот, третий город. Не помню. Так, здесь где? Так, вот еще один. Да можно я проеду, пожалуйста, спасибо. Сейчас, если он скажет, что здесь все уничтожено, тогда я буду понимать, что здесь всего их два. Да. Ну, короче, вот. Арестован. Ага, ну, в принципе, может даже так проще, потому что мы быстрее так заново пройдем просто. Мы знаем, где они все находятся. Так, все, я тебя понял. Да. Где тачка? И погнали в ту сторону. Полетели. Почему не едем? Так всегда, когда пытаешься быстрее, напариваешься на какие-то моменты, которые никогда не встречал. Так, смотри, делаем, короче, мы следующим образом. Учитывая, что мы здесь близко, окей, здесь мы этот подорвем. А, первый, все, я вспомнил, в чем дело. Смотри, все делается очень хитро. Мы едем сразу, короче, в
первый город. Мы не знаем, правда, сколько их в третьем городе, да? Но суть просто очень простая получается. Мы сейчас едем в первый город, и от первого... А, мы можем всех найти. А давай их все найдем. Просто время начнется от того, когда мы первый разнесем. Мы можем заранее все обозначить точки, чтобы знать, куда нам ехать точно. И, типа, спокойненько со всеми ими разрулиться. Так, вроде здесь больше нет. 4. Вроде здесь больше не было. Сейчас посмотрим просто быстро по карте. Так, это мы, да. Ну, поехали, здесь еще проедем, конечно, посмотрим. И вернемся просто в первый город. Можно, конечно, не искать вообще в третьем городе. Но было бы неплохо знать. Так, здесь вот еще. Ну, хорошо, ладно, поехали в третий город. Мы знаем, что потом в первом происходит. Нам просто главное определиться, скорее, даже наоборот, с третьим городом, где там стоят. И, в принципе, оттуда можно начинать. Потому что где два в первом городе, я помню, стоят. Там мне зачем точки ставить, блин. Ну это опять же, вот видишь, спешка, можно было просто поехать их все обнаружить. Давай поменяем тачку на вот эту, она получше, по-моему, гораздо рулится. Сейчас быстро находим в третьем городе, ну точнее, как находим. У нас получается здесь 5, всего 9, значит там в первом городе 2, и в третьем городе тоже 2. Угу. Понятно. Итого получается как раз таки 9, значит это здесь, в этом городе должно быть еще 2. Первым там и там, в первом фигня, в первом очень просто, быстро можно найти. Так, нет, я проеду. Ты можешь, конечно, очень делать все би-би-би-би, но я проеду. Ну только вот давай мы спрыгивать не будем с моста. Так, один здесь есть. Сейчас, один здесь. А один, по-моему, в дальней части города. А чё ты так быстро едешь? Ты что, за мной охотишься? А, ну видишь, предполагается, что я в этот город последний попаду. Вот они типа это... Ягодицы тут там. Так, все, я понял. Значит, смотри. Сейчас мы посчитаем быстро. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 9. Все. Начинаем с этого, едем и спокойненько все разбамбливаем. В принципе, должны спокойно успеть за 8 минут, уж тем более запросто. Конечно, пуля непробиваемая, вот тачка, возможно, мне бы помогла, а возможно, не понадобится вовсе. Ну что, поехали. Первый пошел. У меня есть 8 минут, чтобы все их уничтожить. Здорово, друг. До свидания, друг. Интересно, а он доедет за мной даже до самого первого города? Если я поеду. Супер удачно мы едем, даже трюк выполнил. Какой трюк ты сделал? Я 30 метров пролетел, сам не заметил? Отлично. Так, к этому я приезжал к последнему, когда проходил тогда первый раз. Я сильно просто изобретать не хочу. Как будет проще, нам нужно прям наверняка. Уже дымится тачка. Это плохо. Значит, что тачку скоро придется менять. А это очень нам не кстати. Да, смотри, он реально едет за мной постоянно. Так, я вижу там тачку, на которую можно поменяться. Главное, чтобы мои убийцы раньше времени не появились. Так, окей, здесь мы все сделали. Поехали дальше. Главное еще не словить на мосту, что он разведен. Да, он разведен. Это будет крайне плохо, потому что за мной должны ехать те ребята на дорожнике. Ну ладно, вроде как успеваем. Это не у нас?
Да это красота. Просто вовремя, прикинь, реально, офигеть. Ну это ж надо так портануло, тупо, блин, вовремя. Так, а здесь ближайший. Ага, окей. Этот отлично проглядывается отсюда где-то. Ловите шоколадку. Отлично, три. Так, тут еще один. Давай вот тот закончим. Да, хотя подожди, он по пути будет в первый город, поэтому поехали за теми. Ну извините, я не мог остановиться, мне надо было это резко все делать. Да-да-да. Так, ай-яй-яй, так и не дымись машина, и дождь очень не вовремя пошел, просто крайне не вовремя. Так, у нас еще 4 минуты, мы в принципе вполне себе успеваем вообще везде. Отлично, и у нас остается последняя в этом городе и две последние в том городе. Перфекто, просто мы прям вписываемся по времени идеально. Почему ты так уверен, что я здесь не проеду? Вот это заносит. Вот это да. Вот это я понимаю, дождь. Так, окей, мы едем. Мы все еще в строю, это меня радует. Не, нифига не пойти в первый город получилось, ну ладно. Отлично, все копейни здесь уничтожены, осталось две там. Как нам попасть в первый город, все вижу. Очень быстро и просто. Почти на месте. Если бы только не доносило так из-за того, что дождь. Вообще было бы просто круто. А еще я, короче, надеюсь, то, что нас не пристрелят в моменте, когда это... Когда мы будем проезжать в Виторио Мафиози, потому что там они стреляют, будь здоров. Здесь нам не обнаружено, но Рэвито здесь прям близко. Да блин, скей. Да, вот она идеально. И, в принципе, как раз по дороге получается, то, что мы так сейчас проедем ловко. Чё? А он типа с прошлого взрыва, что ли, горит? И осталась одна единственная в этом. Да, она с прошлого взрыва горит. В той части города. Окей. Опасно, конечно, но... Можно, пожалуйста, поменять машину? Ну не на грузовик же. Блин, на дымящийся вообще опасно ехать. Просто нам через весь район проехать нужно до самого... Вот, давай я камеру лучше возьму. Что у нас там по времени? Две минуты, отлично. Просто чтобы посмотреть, что с самым пригнуться. Да я вижу, что ты уже меня видишь. Да, с дробовиком это самый опасный чувак. Смысла нет. 9 из 9. Задание пройдено, все. Нам главное умотать быстро из этого города, моментально. Можно быстрее, просто. Как будто нас тут никогда и не было вообще. Я, конечно, засейвился бы здесь, но ладно. Я просто, видишь, переживаю, что грохну по пути. Вот я про это и говорил. Надо было ехать сейвиться. Все патроны, вся оружка. Ну ладно.
Блинский, я не знаю. Надо, короче, поехать к тому чуваку, мне по-любому нужен гранатомет. Просто без него вообще никак. Так, ладно, короче, знаешь, что делаем? Едем в первый... Давай я все на Хаммер возьму. Мне больше нравится ездить на Хаммере вообще. Отлично, стоите там в пробке, вы там не можете разъехаться, это мне прям на руку. Короче, сейчас доедем до первого города, постараемся решить вопрос с патронами и прочей дебютой. Офигеть, ты представляешь, сколько по деньгам просто там сгорело патронов у меня? Там типа, блин, просто я не знаю, сколько их было. Но они же не сохраняют, точно. Ну, я голый. Не голый. Короче, так, а где тут чувак? Сейчас я точку поставлю. Помнишь, там в конце города где-то, вот он, склад у него был. Меня просто волнует, сможем ли мы, короче, у него купить ракетницу. Если ракетницу мы сможем купить, то ладно, фиг с ним, потратим мы этот лям, сколько не лям, там, 1100 на то, чтобы купить все патроны. Вот, потому что нам нужна точно ракетница. Нам точно нужна кемпа, калашников. Блин, мне М16, наверное, патронов дофига. Но мне М16 не нравится, потому что она приближает сильно дофига. Ну, типа, она прям не кемпа, не калашников. В остальном, вроде, все остальные патроны у меня там не так много быть, да и стоят они копейки. УЗИК стоит фигню. Так, окей. Ты же не проедешь нас пусть нет? Ну ладно. Фига, первый раз узнал, что у них вообще есть сигналки. Ну вообще должна быть здесь ракетница. Я не думаю, что он оставит нас без ракетницы. Ну, в принципе, ЕМ-ку можно у нее взять, в теории. Отлично. Танка нет, но здесь что есть? Так, ракетница. Сколько патронов? 5. За 250 кусков. Давай М-ку возьмем одну. А вторую возьму ракетницу. Нам хотя бы патронов 15? Я уже не знаю, судя по тому, как это сколько стоит. Нефиг оно дохрена стоит. Ладно, я думаю, 15 будет более чем достаточно. Так, и осталось нам... Выпусти меня, пожалуйста. Осталось нам еще доехать в центр, короче, самый, и купить остальные все патроны. И ехать сейвиться, потому что хватит у меня экспериментов. Блин, офигеть, ну просто столько патронов. Такой, если бы не умер, просто идеально бы проходил. Телефон, я так понимаю, не обязательно миссии, я пока их не буду завершать. Если просто без них у меня не появится... Ну, если все миссии будут выполнены, останется телефон, да, тогда я его выполню. Но в ином случае я бы не хотел просто выполнять побочки, типа, если телефон это побочки. Так, гранаты нам нафиг не нужны, УЗИК, броник, кемпа и калашников. УЗИК. Ладно, пофиг. Еще разочек. Просто мы из-за одного провала миссии влетели, получается, на 100 тысяч по патронам. Ой, что-то я разогнался, у меня кемпы 100 патронов. Ну, УЗИК еще возьмем, до 1000 догоним сейчас. Ладно, 800 пускай будет, если там 850 сейчас будет, именно и хватит. Все, отлично. Едем. Ну как вот, как это может случиться так? Я реально думал, что надо ехать сейвиться в первом городе, потому что сейчас убьют с дробовика, с одного выстрела, как они любят. И все, и прощай все оружие, и даже неизвестно, хорошо ли, что ты прошел вообще эту миссию. Вот, а они такие...
Мы тебя слышим, мы тебя знаем, мы читаем твои мысли. Поэтому что правильно? Мы решили исполнить твое желание. А, нет. Я не поставлю, потому что я боюсь, что просто я перепутаю хаммер. Это будет эпик фейл. Так, ну окей. Что ж. На этом, я думаю, мы и закончим. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Discord, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Также можешь посмотреть, что у меня на втором канале AAA вышло. Пока-пока.